Сэкономленные средства в период летней оздоровительной кампании на Колыме направили на подготовку к новому учебному году. Об этом на встрече с Михаилом Мишустиным заявил глава региона. Вы знаете, президент России Владимир Путин проводил совсем недавно совещание по готовности к 1 сентября, и соответствующие задачи были поставлены как перед правительством, так и перед губернаторами. Как идет подготовка к 1 сентября у вас, и в частности, как идет подготовка к тому, чтобы обеспечить горячим питанием те школы, которые готовы по инфраструктуре? Мы выполним поручение президента, мы будем готовы к этому с 1 сентября. Сейчас на выделенные деньги идет замена оборудования и замена расходных материалов в том числе. И задача будет выполнена. Я лично держу это на контроле, и у нас не вызывает сомнений. В целом мы в этом году усиленнее, чем в предыдущие годы, готовим и наши школы. Так получилось, что значительная экономия средств в этом году из-за того, что наши дети, у нас была очень большая программа, не смогли отдохнуть на курортах Черного моря, в Крыму и в Краснодарском крае, к сожалению. Но сэкономленные средства мы как раз направили на решение вопросов подготовки системы образования к 1 сентября, включая санитарную безопасность. В Магадане глава правительства осмотрел морской порт региона, где в ближайшее время начнутся масштабные восстановительные работы, пообщался с сотрудниками местной онкологической клиники и поблагодарил врачей за работу во время пандемии. Оценил проект второй очереди строительства городского парка «Маяк», назвав его замечательным, и пообещал поддержать идеи архитекторов.